разрешает даже у кого сахарный диабет. Кто не пользуется сахаром? Взрослые у нас добавляют его в кофе. Детям он нравится. Мы его добавляем в мороженое, йогурт и чай. Желательно детям даем каждый день. Когда дети растут, при умственном, костном развитии детей очень хорошо помогает. Укрепляет иммунитет. Молодые обычно не понимают, но взрослые, кто читал Библию, Библия у названия «Хлебное дерево» и «Варовое дерево». Слышали шоколадные бобы? Mm-hmm. Если среди вас есть медики, вы его должны знать по названию «Кэрот». У вас этот порошок добавляют в детское питание новорожденным детям при малокровии, беременным женщинам. В нем 3 раза больше кальция, витамина Е, чем в молоке. Почему «Кэрот» называют? Потому что в старину в Иерусалиме косточками измеряли караты. Косточки стандартные, в один момент от слова «карат» его название осталось «Кэрот». Ну, народная медицина в Турции, где мы его используем, это старые люди, кому тяжело дышать, при отдышке, бронхите, кашле используют. Молодежь, кто мучается изжогой. Я сам не курю, но здесь местные жители, кто много курит, он с организмом очень хорошо будет, шлаки, никотины. Каждая бутылка фирмы выдает сертификат, какими пропорциями, как пользуется, здесь все пишет. Сколько стоит? Сразу возникает вопрос. $21. Если есть возможность, могу посоветовать, на 3 месяца вот этой бутылки достаточно качественно профилактики.